Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Почему бизнес просит помощи, а в бюджет платит миллиарды сверх плана? На этот вопрос ответил депутат УЗС Владимир Костин. Он пояснил, почему в прошлом году бюджет получил почти 6 миллиардов рублей налогов сверх плана, а предприниматели жалуются на сложности и просят налоговых послаблений и другой поддержки. Да, с одной стороны, вот эти показатели настраивают на позитивный лад, с другой стороны, мы все ходим в магазин, если кто-то даже на заправку не заезжает, то понимает, что там происходит. Центробанк уже признает, что у нас далеко там не 4 или не 4,7 инфляция. Поэтому, с одной стороны, доходы растут, с другой стороны, это инфляционные доходы. И, кстати, Минфин тоже скептически смотрит в сторону того, что темпы прироста поступления налогов сохранятся. Планово и в этот год было меньше, но вот добрали, да? Минфин ждет снижения налога на прибыль. А предприниматели ждут обещанных правительством льгот. На 2022 год хотят установить пониженные ставки по УСН. 3,7% по объектам налогообложения доходы и доходы минус расходы соответственно. На 2021 год действовали ставки 1,5%. Программа «Экономика». В промпарке Слободино будут производить картон. Там появился новый резидент. 500 миллионов рублей он потратит в 2022 и 2023 годах на строительство предприятия. В сутки смогут там производить 70 тонн картона. Создавать промпарк Слободино в Юрианском районе начали еще при правительстве Никиты Белых, а первый резидент там появился лишь в 2020 году. Бизнес пытается привлекать на территории промпарков с помощью сниженных налоговых ставок. Экономика на 101 FM. А теперь информация от наших партнеров. Владеете ли вы ситуацией по вашим финансам? Если с личными ответ «нет» еще допустим, то бизнес не терпит вольности и неконтролируемости. Чтобы оперативно принимать решения и понимать свои перспективы, информация должна быть под рукой всегда и в понятном виде. Какие инструменты консолидации данных есть и как выбирать, рассказывает руководитель компании «Бухгалтерия» Татьяна Максимчук. Это может быть Excel, это может быть Google таблицы, это могут быть сервисы автоматизации управленческого учета, есть такие. Ну и, конечно же, это информационные базы, 1С, СБИС. Кому-то очень нравятся эти сервисы автоматизации управленческого учета, кто-то захочет смотреть это все из базы 1С, а кто-то хочет видеть все только в Телеграме, например. От меня рекомендация. Первое, что вам нужно сделать, это устранить хаос в порядке сбора информации. Дальше автоматизировать рутинные процессы. Создайте модель отчетов по вашим финансам. Оттестируйте сбор данных и эти отчеты. Дальше определитесь с тем, что вы хотите видеть, и подберите оптимальный продукт под вас. Сложно? Устранить пожирателей времени и автоматизировать процессы вам помогут в компании «Бухгалтерия». Пройдут все эти шаги за вас и подберут индивидуальные решения. Велосипед изобретен, нужно просто знать, где его взять. Звоните 213-112. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.